Всем привет. Были сегодня в магазине Декатлон, купили такие ремонтные наборы для ремонта велосипедных шин, потому что до этого я использовал самопальный ремонтный набор, и очень удачно, дважды я, по-моему, ремонтировал. Это резинка для занятий спортом, у нее мягкая резина. Так, что тут у меня фокус-то где? Вот, мягкая резина, из нее вырезал квадратные такие заплаточки. Есть, короче, выпуски про это на канале, посмотрите. И использовал обычный суперклей, там, 60 секунд, густой. И тем самым дважды уже ремонтировал проколы на наших великах. А сегодня были в Декатлоне и купили вот такие наборчики. Там как раз есть вот такие маленькие кругленькие заплатки, увидев которые на камерах ремонтированных, я и вдохновился идеей ремонта, как это можно сделать. В общем, тут две таких заплатки, четыре кругленьких, одна какая-то большая херота и, может, наждачка, это не знаю, и клей. Вот, одна будет у Вовы, одна у меня на всякий случай. И это игла для накачивания мячиков. У нас есть велосипедные насосы с Декатлона. Есть игла теперь. А все это потому, что мы наконец-то купили баскетбольный мяч. Будем играть на баскетбольной площадке. Еще у нас есть футбольный, я его в озере нашел. Вот, но задача поиграть в баскетбол. Кайфовый мяч. В детстве я таких только у богатых мужиков, с которыми играл в баскетбол, имел возможность одолжить и поиграть. Сейчас это стоило, по-моему, 15 евро. Скидка, потому что так он стоит 25. И еще купили такие вот бинты. Будем наматывать их и пиздить друг друга.